Это произошло в Техасе. На окраине Хьюстона жила 66-летняя женщина с двумя внучками. Героиня рассказа не сообщила изданию имя, пожелав остаться неизвестной. Холодной ночью женщина предложила бездомному переночевать в ее доме и устроила Смита в комнате для гостей. Среди ночи бродяга услышал звук от удара. Он встал с кровати и отправился проверить, что происходит. Сначала мужчина подумал, что в дом пробрались воры, но потом Смит почувствовал запах дыма и гари. Возгорание на чердаке вызвало пожар, быстро охвативший дом. Женщина лежала в постели, а на нее падали обгоревшие куски потолка. Смит вбежал в спальню, разбросил с кровати части потолка, быстро вытащил хозяйку дома из постели и вывел на улицу. Бродяга вспомнил, что в доме остались маленькие дети. Несмотря на огонь и удушающий дым, Смит вернулся в дом. Мужчина схватил девочек на руки и вынес на улицу. К счастью, все остались невредимыми. Пожилая женщина прожила в доме 40 лет, а теперь он сгорел дотла. Но главное, что все остались живы. Доброта женщины обернулась для нее спасением. Вряд ли в мире найдется много людей, которые бы пригласили на ночь бездомного и накормили его. Если бы не он, маловероятно, что женщина и дети не смогли бы быстро покинуть горящий дом. Все в мире возвращается.